1930 году вот в этом здании на бывшей соборной, теперь превратившейся в кооперативную, размещалась редакция и типография краевой газеты «Волжская коммуна». Каждое утро сюда входили те, кто первыми узнавал, кто спрятался под крылышком правых оппортунистов и дезертировал с хлебозаготовительного фронта. Это они боролись с теми, кто срывал план, и прославляли тех, кто этот план выполнил. А где здесь кооперативная? Сколько оборотов? И от Боржоми принимают. Вдаль зовут далекие планеты, но пока я близко улетаю. В ноябре 1930 года Волжская коммуна писала о начале процесса контрреволюционной промпартии. Требуем жестокой расправы с предателями. Руки прочь от Советского Союза. Голосуем за высшую меру. Только так и никак иначе вколачивала газета «Гвоздь за гвоздем» в тех, кто решился посягнуть на мощь советского государства. Номере от 25 ноября 1939 года Волжская коммуна писала о том, что в Самаре завершается постройка дома Красной Армии, первого семиэтажного здания в городе. В этом здании разместятся все учреждения военного ведомства. Открытие дома Красной Армии намечено на 23 января, день рождения наркома военмора товарища Ворошилова. Это будет наш подарок наркому Клименту Ворошилову. Четвертая полоса газеты была традиционно посвящена событиям текущей жизни города и края. Так, например, сообщалось о том, что в Самару прибыла делегация печатников из Германии. Недавно в городе состоялся слет физкультурников, ударников. А также сообщалось о том, что трамвай третьего маршрута перестает ходить на пристань. В рубрике «Происшествия» сообщалось о том, что от неисправности дымохода возник пожар на кухне одного из жилых зданий, и на Троицком рынке обнаружен труп неизвестной женщины. Подвал четвертой полосы занимали объявления. Пединститут объявлял о зимнем приеме на первый курс. Центра «Спирт» информировал о приеме коньячных, пивных и боржомных бутылок разной емкости. А по адресу улица Кооперативная, дом 50, квартира 4, продавалось пианино и сундук. Желающих посмотреть их приглашали с 5 до 7 вечера. Под знаменем сталинской конституции наше социалистическое государство добилось за эти годы новых невиданных успехов. Многонациональный советский народ под руководством партии Ленина-Сталина вплотную подошел к разрешению исторической задачи, поставленной 18-м съездом ВКПБ – завершение строительства бесклассового социалистического общества и постепенного перехода от социализма к коммунизму. Согретый солнцем сталинской конституции, народы Советского Союза показывают все новые и новые образцы трудового героизма. Вот в декабре 1939 года коммуна ликовала и призывала трудящихся города и края отметить выборы в местные советы народных депутатов новыми производственными победами.
под руководством гениального вождя трудящихся всего мира товарища Сталина и большевистской партии советский народ придет к победе коммунизма. Первые месяцы Великой Отечественной войны многие сотрудники редакции и типографии Волжской коммуны ушли на фронт. А сюда, в Куйбышев, приехали журналисты и писатели из Москвы и Ленинграда. Теперь здесь можно было встретить Алексея Толстого, Шолохова, Иренбурга и еще многих других известных журналистов и писателей. Центральное место в газете теперь занимали сводки Совинформбюро и сообщения ТАСС, телеграфного агентства Советского Союза. В публикациях, которые появлялись на страницах газеты, прославлялись подвиги сталинских соколов и раздавались призывы раздавить фашистскую гадину. Освещению местной жизни в военные годы уделялось гораздо меньше внимания. Дело в том, что многие рабселькоры, как называли рабочих и сельских корреспондентов, ушли на фронт, и писать о том, что происходит в городе и в области, было просто некому. Но, тем не менее, на страницах газеты нет-нет, да и появлялась информация о том, что колхозники того или другого села провели воскресник, а учащиеся какой-либо школы города Куйбышева в полном составе посещают сам кружок. По немногочисленным корреспонденциям и объявлениям, опубликованным в эти годы в газете, все же можно представить, чем жил в военное время Куйбышев. Так, в июне 1941 года на водной станции «Локомотив» все еще продолжал работать ресторан «Жигули», где можно было купить воды, вино и пиво. А в кинотеатре «Художественный» шел фильм «Песнь о любви». Ноября во Дворце культуры состоялось торжественное собрание актива города Куйбышева, посвященное 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. На собрании присутствовали члены правительства, члены Центрального комитета партии и представители дипломатического корпуса. С напряженным вниманием собравшиеся прослушали по радио доклад товарища Сталина на торжественном заседании Московского городского совета депутатов трудящихся. Подъемом и воодушевлением собрание приняло текст приветственного письма вождю партии и народа, товарищу Сталину. А у нас на дворе апрель 1953 года, и вся первая полоса областной газеты «Волжская коммуна» отдана под информацию о новом снижении государственных розничных цен на продовольственные и промышленные товары. Существеннее всего весной 1953 года подорожали картофель, овощи и фрукты на 50%, а вот вино и обувь валеная стали дешевле всего на 5%. Великая забота партии и правительства воодушевляла советских людей и жителей Куйбышской области на новые трудовые подвиги. Трудиться еще лучше обещал товарищам слесарь Куйбышевского подшипникового завода Новиков. Горячие слова благодарности правительству за заботу высказывали и шахтеры Кашперского рудника. Четвертая полоса газеты сообщала о проведении в Куйбышеве смотра художественной самодеятельности школьников города и области и информировала об интенсивной прибыли воды на реках Ока и Волга. Так, за последние три дня около Куйбышева прибыло целых 6 сантиметров воды, и таким образом уровень воды составил 280 сантиметров.
Куйбышевская областная контора Главкина проката извещала о выпуске на экраны города и области нового художественного фильма-спектакля «Анна Каренина». В ролях народная артистка СССР, лауреат сталинской премии Тарасова, заслуженный деятель искусств Соснин, народный артист РСФСР, лауреат сталинской премии Масальский и другие. И еще об одном типе объявлений, ставших теперь обязательными для публикации в местных газетах. Вот одно такое объявление. Гражданка Баскакова Валентина Ивановна, проживающая по улице Пионерской, 38, квартира 9, возбуждает дело о разводе с гражданином Баскаковым Виктором Федоровичем. Дело подлежит рассмотрению в облсуде. Публикацией таких объявлений страна надеялась остановить вал разводов, но вскоре они заняли весьма существенное место в газете и публикацию объявления о разводе отменили. Михаил Васильевич Трубкин удостоен сталинской премии за разработку конструкции и промышленное внедрение автоматического регулятора питания паровых котлов. Тринадцать лет назад Михаил Васильевич пришел на Грес простым монтером. Здесь он учился и совершенствовал мастерство. Здесь он вступил в партию, здесь он вырос до старшего инженера по автоматике. В чем же сущность его конструкции? На многих электростанциях питание паровых котлов водой регулируется вручную, но как невнимательно рабочий, трудно обеспечить ровный режим питания. Взгляните на прибор, какие резкие колебания. Регулятор Трубкина полностью предотвращает возможность аварий. Теперь колебания почти незаметны. Регулятор Трубкина применяется теперь на целом ряде электростанций Советского Союза. Михаил Васильевич продолжает совершенствовать свое изобретение. Подвиг героев космоса, подвиг народа. Никита Сергеевич Хрущев поздравляет космических братьев, товарищей Николаева и Поповича. Это заголовок из Волжской коммуны от 15 августа 1962 года. Восток-3, Восток-4, 49 оборотов вокруг Земли, 1 миллион 400 тысяч километров. Другими цифрами газета уже не мыслила. Ее читатели вместе с отважными покорителями космоса тоже привыкали к космическим тысячам и миллионам. Но и на Земле в начале 60-х тоже можно было найти место подвигу. Так, на 13 августа 1962 года колхозы и совхозы области сдали и продали государству 45 миллионов 440 тысяч пудов хлеба. «Вот они, герои жатвы», – писала коммуна. Именно таков механизатор колхоза имени Антонова Алексей Васильевич Терещенков, который ежедневно убирает по 35-38 гектаров. Героической называет газета и работу маляра Веры Кузеровой. Не зря правительство наградило ее орденом Ленина, а товарищи по работе выбрали своим бригадиром. Были, надо признаться, в эти героические годы и те, кто еще не научился работать по-новому, поклонники кустарщины и бракоделы. Но газета боролась с ними так, что мало им не казалось. Так же, как в 30-е она клеймила вредителей, а в 40-е – пособников врага. Трое суток не спать, трое суток шагать. Ради нескольких строчек в газете. Если снова начать, я бы выбрал опять бесконечные хлопоты эти. С вами был Михаил Перепелкин. Одежда ведущим предоставлена сетью магазинов «Остин».